Неожиданно квартет прибежал прямо в центральный круг и какие-то указания сделал Лиза Радю. Но внимание, подача! Сборная Франции открывает счет и сделал это, конечно же, великолепный Зинедин Зидан. Вот это да! Вот это да! Критиковали мы, критиковали французскую линию атаки. На острие выдвинулся Зидан и великолепно использовал подачу углового. Сейчас мы еще не раз, конечно же, в показе французских тележрежеров увидим этот момент. Франция ликует. Ликует Франция, смотрим. Кто боролся? Боролся Леонардо за мяч с Зиданом, но явно Леонардо это не удалось видеть, он на какой-то на 1-2 шага опоздал. И 1-0. Сборная Франции в финальном матче на арене Стад де Франс Сен-Дени ведет счет, это 28-я минута первого тайма.